Так, идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть, лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, начинаем, 25 ноября сегодня, давайте смотреть, что у нас по криптовалюте, как нам заработать много, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, ха-ха-ха. Так, короче, биток, тупо кубенький биток, у быка была губа, была тупа. Так, 23 ноября вот такую схемочку давал, схему и мемы, мол, есть два сценария, да, то, что биток не пройдет выше 16800, поэтому здесь надо обязательно брать шорт, даже несмотря на то, что выглядит все так, что пойдет чуть выше на 17200, да, нужно лично для меня, для моей системы, так скажем, это делать, поэтому я взял шорт, я держу. Думал, легко его выбьют, а нет, смотрите, стоп уцелел, 16850, да, ну даже если мы сейчас развернемся, да, потому что слишком уж явные головы и плечи на часовике, давно такого не было, такое последний раз на флете было, то что прям на часовике давали посмотреть на голову и плечи, левое плечо, башка, правое плечо ровно в уровень, да, и пошли слив. Есть такая вероятность, конечно, то, что мы придем и вынесем все стопы за правым плечом, потом мы можем за стопами за хаем пойти, то есть обычно это случается так, то есть мы здесь вот как-то наторговываемся, идет биба на каком-нибудь заседании, неважно чего, да, там какой-нибудь фундаментал, под который объемы появляются на рынке, и здесь начинается вот что-то такое. Вынос, и уже потом только слив. А иногда даже еще пару перехаев, и все равно слив. Поэтому сейчас я уже ничего не сделаю. Шорт в работе, шорт стоп не задет, шорт держится. Но опять же повторюсь, если в безубыток я переводить не буду, потому что большая вероятность, то что безубыток соберут. Если все-таки стоп отрабатывает, следующая зона, от которой я буду рассматривать шорт, это, ну вот видите, короче, все тут. Обрисовал. Так, что у нас? Биткоин растет, CP растет, DXY падает. Казалось бы, все хорошо. Но, во-первых, по DXY я жду такой вот зажим. То есть я жду как минимум отбоя, приход к 109, еще раз тестируем. А вообще я жду перехай такой. Даже пускай формальный он будет там на пару центов, долларов, не знаю, но на пару... Тут же не центы доллара, как это называется, господи. Ну ладно. Базисные пункты или как там. А CP 500. Интересно. Растем. Уже которую неделю не падаем. При том, что биток уже, можно сказать, на дне. CP на хаях. Я боюсь представить, что будет, если CP польется. Но незнакомая ли формация на CP 500? Вот так вот открываем. И откатываемся на пару недель назад. Интересно, незнакомая вам формация на CP 500? Вот. Ставочки. Ну, нейтральные достаточно. Хотя вот в биток было отрицательно, пока все альты горели. Сейчас снова нейтральные, а вот альты наоборот подубавились. Сам главный дога положительно. Эфириум, кстати, нейтральный. Но с тем учетом, что он неделю это все горело, думаю, что еще один аргумент в копилочку дальнейшего слива. В общем, технология пока отрабатывает, ну то есть тут был старт зажима, зажали цену, слили, мой любимый зажимной скам, снова пришли, не пробили, не вошли снова в клин, внутрь зажимного скама, обычно когда если входим, мы можем там и перехай делать, ну короче, вот все, что тут обозначил. Не сделали этого, покупателя даже на этого не хватило, ну и видим, сливается покупатель, честно, уже надоел этот флет опять. Но опять же, с учетом того, что мы здесь это все дело, сейчас я еще раз проверю точно, ставили лой, потом сделали перелой, и сейчас еще один перелой, причем этот перелой не без каких-то там сильных объемов, без каких-либо длинных свечей ликвидационных и так далее, я делал вывод, что покупатель слаб. Лои не защищаются, постоянные перелои на большим таймфреймах. Ладно бы это было на маленьких, на больших таймфреймах. И все это без какой-то сильной капитуляции,
конечно же, я ставлю на то, что будет более сильная капитуляция. Вот. Нового я ничего не добавлю, как бы об этом уже говорю полгода. Пока что идет все внутри плана. Самое главное вовремя снять шорты и одеть бронебойные панталоны с быком. Но об этом пока вообще очень рано. Так, это 23-го, когда я показывал про... Ладно, сейчас покажу комментарии от 25-го. Кстати, по-моему, даже интересные комментарии какие-то были. В связи с ситуацией FTX, какие биржи считаешь надежными? Да вообще не надежные все биржи, как бы, я говорю, вот у меня в комментариях есть биржа. Вот, у меня больше ничего вам посоветовать, если честно, нету, кроме вот этих бирж. Binance, Femex, BitMEX, MEX, Bybit. Все, у меня больше инструментариев нет. У меня сейчас долбится еще одна биржа, спрашивает, но я сказал, пока отложим, сейчас переживете кризис ликвидности, спишемся. Как ни странно, у меня у самого были деньги на FTX, но почему-то рефералку на FTX я не разместил у себя. И, наверное, многим спас бабло. А сам потерял. Так. Храните все на холоднике. Спасибо большое, но как большое? Ну как большое? 99,4. Непонятно, но ладно. Прикольный анализ, где учился? Я также хочу понимать графики. Лайк, подписка. Понимать графики меня научила Ленинградская улица. Она меня научила тому, что если слив неизбежен, открывай шорт первым. А если и этот, если честно, опыт 16 года, года 2-3, поубивайте свой депозит, несколько раз его заруиньте. Впишитесь во все блудники, которые только можно, потеряйте кучу бабла и, может, будете понимать графики. У меня других рецептов, если честно, нету. Так что вот, три правила для выбора идеальной точки входа. Аккумуляция. Второе, манипуляция. Третье, экспонента. Как тебе три правила? Слушай, этих правил, там, и профиль, объемы, я же снимаю уже полгода, можешь посмотреть. У меня там есть как и правильное, и как неправильное я делал. Это такой вопрос, типа, как заработать миллион долларов. Красавчик, что думаешь про BNX? BNX это стейблкоин, его нельзя шортить и лонговать. Сейчас посмотрим, может у меня что-то был какой-то прогноз, я кому-то давал. Нет, по-моему, ничего не давал, но... Пока ничего интересного я здесь не вижу, потому что для зажимухи, тут как-то она слишком острый угол. То есть, если от старта брать, да... Ну вот если только отсюда брать, опять же, нужно несколько касаний. Если отсюда брать, раз касание, два касания. Ну, в принципе, тут три касания. Типа, четвертый отбой. Перехай на пару пипсов. Тут вообще еще может вот такое произойти. Еще один зажим, да, будет вверху. И потом это польется вот так вот. Потом здесь какой-то набор ликвидности и вот так. Ну, что-то это очень долго, скорее всего, будет. BNX такой, видите, актив очень боковой. Но обычно такие тяжелые боковики заканчиваются не очень хорошо. Как по мне. Крупному игроку приготовиться. Умный ты чувак. Когда ты бомбишь со слов все ищут и лонгует, ты сразу вспоминаешь сценку с зеленым слоем, как поевший говорил, но офицер ему кто. Кто вы, кому ты обращаешься, множество читает. Ну, так и есть, блядь. Я не могу уже слушать это. Киты закупились, хомяки побрились. За это все, за это бан просто. Бан, черный список и с белым билетом. Отключаем TradingView, электричество и рассылаем всем заводам, что этого человека нельзя брать к себе на работу. Он заплатил за интернет и плохо им пользовался и трейдингом. Так, AptUSD зажим через провокацию RaidWatt. Посмотри, пожалуйста, интересно. И, ребят, пока без альтов, уже месяц, наверное, или два говорю, давайте альты оставим. Вот высоколиквидные какие-нибудь еще можно посмотреть. Лайткоин обычно в той троице пампили последним, сейчас первым, терпыры, XRP зажим. Найдите тех, кто ждет 10к, найдите их родителей, накажите. Придите к ним в дом, все переверните. Good morning, go во взвод, рачок. Походу кто-то в ЧС захотел, ты там...
Вот, гачи играл, сидел, хех, без обид, если что. Сам танки, считай, 2 года так забросил, фиолетовый статист, там клан, топ-20, все дела. Я не знаю, тут какие-то слова из гей-клуба. Гачи, фиолетовый статист. Короче, пацаны, я не знаю, там, я вышел из вашего гей-клуба. Мне больше трейдинг нравится, тут би. Тут и тебя, и ты, и лонг, и шорт, своим, и нашим. Биткоин доходит до 9950, это будет на удаленный... Господи, блядь. Спеши назвать меня сумасшедшим. Вы знаете, сколько вот таких вот, я не буду говорить плохое слово, но очень таких людей, которые скриньте, запомните мои слова, блядь. Их в чате через 2 месяца никто не увидит, не услышит. Не запомнят и никому нахрен нужны. Я прям сейчас даже одного я запомнил. А, когда начали раздачу денег в USA. А, чувак в чате сидел, у нас там был никогда никому неизвестный чат. Там что-то 40 человек было или 50, а писали в него, наверное, человек 5-6. И вот там залетел какой-то чувак и говорит: ребята, открываем шор. Это было 9000, сейчас я скажу. А, я прям даже график покажу. Вот где-то здесь вот. Он говорит: ребята, открываем шорт. Я живу в Америке, тут всем, блин, неполиткорректное слово, афроамериканцам раздают бабло, а сейчас их всех побреют. А, там что-то 9 тысяч цена была, сейчас их всех побреют. Давайте я встаю в шорт на всю котлету. Тут началась раздача денег, они несут все в крипту, их побреют. Ну и во что это все вылилось просто. Человек там вообще и клятву давал, и что только не было. Его сейчас, думаете, кто... Вот я просто запомнил просто такой анекдотический случай, 1 из 1000. А сколько у нас в чате было? Скриньте, запомните. Один только Максимон, ставьте жопу, пробьем 40. Остался из предсказателей. Так... Поэтому вот эти все предсказания — это клоунада, по большому счету. Кто такие братья Богдановы? Ответь, пожалуйста, или забани сразу. Извини, но если ты не знаешь, кто такие братья Богдановы, мне с тобой делать разговаривать не о чем. Несмотря на экономический пад, я счастлив. Я зарабатываю 60 тысяч долларов. Красава. Так, ладно, все. Всем ответил, всех обнял, приподнял, поставил на место. Лайки, подписочки, надеюсь, все нажали. Я нажал? Прикол? Нажал. До новых встреч. Полезные ссылочки в описании. Да пребудет с вами прибыль. Пока-пока.